Всем доброго времени суток. Очередной бандероль с Китая. Сайта Gearbest. Это чехол для планшета Куба и Work 10. Так, запакован. Ничего лишнего в упаковке, как видим, нет. Хорошо, хоть не помялось ничего. Это должен быть оригинальный планшет. Видим здесь надпись Куб. Таким вот образом открывается. Здесь можно что-то ложить. И сюда вставляется сам планшет. К сожалению, сам планшет попробовать вставить нет возможности. Я думаю, все здесь работает отлично. Будет работать, подходить отлично. Стоимость данного чехла $9.57. Сайт Gearbest. Доставка новой почтой не удовлетворила. К сожалению, в последнее время новая почта работает отвратительно. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.